хотели сгноить в рудниках или что-то в этом роде. И там еще осталось много людей. Прошу, помоги им. Я помогу. Жопой, да? Я тебя найду. Он словно жопая макака. Ищите его. Прошу, возьми. Спасибо. Вот. Возьми. Ты же спас. Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы. Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ты спас меня. Если бы не вы, меня бы убили. Спасибо. Жив!
Когда бедняги поправятся, мы станем помогать Золотому пути. Они на чеку и ко всему готовы. Туда не подобраться, а там не развернуться. Кажется, мне очень нужен призрак ниндзя. После твоей охоты звери не так опасны. Вы слушаете радио «Свободный Тиран». И знаете что? Трабер и Рана говорит вам не хорошо. Чувствую, что-то меняется. Идут перемены с ними Барака Обамы. Подъезд. Можно запахнуть? А, беконом. Да. Кажется, тут... Тут что? Кто-то жарит бекон? Эй! Ты что, там бекон жаришь? А мне можно? Круто! Итак, закругляемся. Грядут перемены. У нас час бекона. Пожар! Пожар! Осторожнее с выпивкой.
Рейрана и я хочу обратиться к Пейгану Мина. Я готов. Ого! И думал Господь, кого послать? И явился ты. И сказал ты меня, Господи! Рвение твое поистине радует меня, но Господа оно радует еще больше. Есть еще одна заблудшая овца. Действуй! Найди, проследи, принеси бриллианты. Устами младенца. Воистину обрел ты силу отмстить врагам своим. А это какой стих? Слово Божье приходит к нам разными путями. Где же ты? Ты знаете что? Радио Рейрана говорит вам мне хорошо. Я чувствую, что-то меняется. Грядут перемены в стиле Барака Обамы. Пахнет. Чем же пахнет? А, беконом. Да, кажется, тут что? Кто-то жарит бекон? Эй, чё тут? Ты что, там бекон жаришь? А мне можно? Круто. Итак, закругляемся. Грядут перемены. У нас... Час бекона.
Ты самый популярный лидер Золотого пути, выигрывает Алиса. Неудивительно. Что предлагает Сабал? Одно и то же, каждый день. За целые ритуалы для чудиков. А что предлагает Алиса? Она предлагает реальные блага. Старые добрые деньги. Да деньги правят миром. Я не про пару-тройку рублей. Я говорю о состоянии, как у Тони Монтана. Это охренительно много. И наркотики. Охренительно много наркотиков. Оторвемся! Когда мы свергнем Нина, и она придет платить, я так упорюсь! Будет офигенно! Эй, Никита Гашиш, прямо сейчас! Это Нина. Ой, блин. Или это она, когда я не говорю по радио? Начинается. Амита! Привет! Слушай, я... Алло? Алло? Сигнал пропадает. Я тебя не слышу. Что-то, ты меня слышишь? По радио. Да? Мы в эфире? Эй, Чату, включи музыку. Чату, музыку включи, кому сказал?
Держи ухо востро! Хватит ныкаться, Сокло! Поиск прекратить, но будьте начеку!
Аджай, ты как раз вовремя. Фейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаем. Добрые люди Керата. Думаю, вы будете рады узнать, что слухи о моей смерти были несколько преувеличены. Я жив, и в мире все в порядке. Но жизнь — это перемены. И я призываю вас, жителей Керата, взять пример с меня и увидеть в этом благо. Перемены требуют сил. Но у меня нет повода усомниться в вас. Да, признаю, перемены коснулись и моей организации. Мисс Нур и Пол де Плёр решили покинуть меня после многих лет службы. Ну что ж, пожелаем им удачи во всех будущих начинаниях. И нам тоже нужно смотреть вперед, не назад. Покушение на мою жизнь — это не более чем жалкая попытка противиться переменам. Знаете же, Юма Лау, мой главнокомандующий, моя правая рука, которой я целиком и полностью доверяю, защитит меня от любого убийцы. Она готова умереть, спасая мою жизнь. Ну же, давайте. Проверьте, на что она способна. Подытожим. Перемены — это хорошо. Осознайте, ваш король жив. Радуйтесь. Юма, мой неусыпный страж, ждет. Рискните. Похоже, он бросил нам вызов. Шахты. Ты все знаешь. Постоянно приходится извиняться за Юму. У нее потрясающая способность портить первое впечатление. Хотелось бы, чтобы вы поладили друг с другом. Она моя правая рука. Одна из. Юма заключает сделки с иностранными партнерами. Следит за Нур и Деплером. Даже армией командует. Правда, в последнее время она поддалась кератским суевериям. Она думает, я не знаю, про экспедиции, которые она посылает в горы за теми магическими каракулями. Я согласен, трудовая дисциплина требует жертв. Но только тогда, когда ущерб от нерадивого сотрудника сравним с прибылью, которую он приносит. Thank you.
ничтожество! Бейкон послал мальчишку убить меня? За все, что я для него сделала? Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху мать! Его было не остановить! А твоя мать... Совершали преступления против самих богов.
станет прежним. Он должен был. Но нет. Сломанное не склеить. Он слаб. Но Фейга не сломил меня. Не сломила и эту страну. И тебе. И тебе тоже. Это не удастся. Ладно, хватит игр. Шоу-куа. Мы оба знаем, чего ты хочешь. И без игрушек. Ah!
Сабал, Юма мертва. Хвала Банашуру! Вот она, воля Кирата! Махан гордился бы тобой и твоими деяниями, брат. Теперь освободи Кират, убей Пейгана, и все закончится.